Всем привет, ребята! С вами я, Дэн Флиппер, и сегодня у нас обучение на переднее сальто. Первое подводящее упражнение – это передний кувырок. Неважно, быстрый он у вас или медленный, потому что кувырок нужен только для того, чтобы понять координацию вращения в переднем сальте. А следующее подводящее упражнение – это флай-ролл, то есть кувырок на руки. Делаем мы его с разбега и стараемся как можно выше выпрыгнуть. Если вы боитесь делать флай-ролл с разбега, то для начала вы сделаете флай-ролл с места, затем попробуйте делать все больше и больше разбег. Далее, следующее подводящее упражнение, это мы делаем тот же флай-ролл, только в начале, когда вы только выпрыгнули, берете группировку, а перед тем, как приземляться, сразу же ее раскрываете. То есть, это упражнение на скорость, потому что в переднем сальте, как только вы прыгиваете, вы берете группировку, а перед приземлением вы ее раскрываете. То есть, это надо делать очень быстро. Далее пробуем сделать то же самое, только уже теперь не подставлять руки. То есть попробовать сделать уже сальто вперед. Лучше для этого подстелить как можно больше мата. Потому что первое ваше приземление, скорее всего, будет либо на спину, либо на корточки. Далее вам остается просто натренировать сальто вперед, делать на ноги. Если у вас не получилось сделать переднее сальто, то просто попробуйте сделать его с высоты и каждый раз просто по чуть-чуть ее уменьшать. А на этом наше обучение подходит к концу. Обязательно напишите, на какой элемент мне в следующем сделать туториал. А если это видео наберет 5 лайков, то я выложу новое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Дэн Флиппер. Всем удачи, всем пока!